Всем привет, у нас также появляется Mazda 6 2020 года выпуска, объем двигателя 2 литра мощностью 150 лошадиных сил. На автомобиле всего один владелец и пробег составляет 62 тысячи километров. Давайте заглянем в салон. На автомобиле установлены вот такие вот чехлы, сиденье в отличном состоянии, дверные карты без потертостей. Также имеется обдув для задних пассажиров. Передний ряд сидений у нас также в отличном состоянии. Дверные карты без потертостей. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В комплектацию входят 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с подогревом, система отключения стабилизации, парктроники, мультируль, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, бортовой компьютер, кнопка старт-стоп, штатная мультимедиа с камерой заднего вида, двухзонный климат-контроль, обогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, подогрев руля, автохолд, электроручник, управление мультимедией и розетка 12 вольт. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести данный автомобиль можете за наличный расчет по программе Трейдин или в автокредит. Находимся по адресу Азина 83, автосалон ZipAuto. Всех ждем.